Привет, ребята. Я люблю Эдизер. А, я должен сказать, почему я люблю Эдизер, да. А не просто об этом. Да. Ведь это было бы слишком просто. Я люблю Эдизер, да, и все. Так могли бы сказать многие. А я один из немногих, кто может сказать, почему. Подождите, мне надо подумать. Я люблю Эдизер за его уникальность. Ведь это самое главное для звезды. Для Эдизер, да, это самое главное. Мы любим Эди. Мы любим, да, его за его уникальность, за то, что он не похож на кого. За то, что он платьишки носит, скажи. За то, что он платьишки носит, я его не очень люблю. Я нормально к этому отношусь, но любить это я не обязан, ребята. Согласитесь, я не обязан любить его платьишки. Я толерантен, но не... Да все. Но не. Но не. А я просто вырос на Монти Пайтон, а его не зря называют потерянным Пайтоном. А абсурдизм и полеты фантазии близки моему чувству юмора. Поэтому я люблю Эдизарда. Надеюсь, это взаимно, ведь я посылаю ему свои ролики ежедневно.